А можно вас попросить говорить на русском языке? А я на каком языке? Реально. Одинаковый случай. Да. Смотри, для того, чтобы цены были стабильны, нам нужно наращивать производство нашей украинской продукции. Можно ли запретить Азовстали вывозить продукцию за границу? Нет. Конечно нет. Потому что вы вырабатываете, а вы продаете по каким ценам? По мировым. И поэтому так будет всегда. Так наша задача в чем? Наша задача в том, больше вырабатывать. Берите ваши 2000 и прошечите. Давайте поменяемся с вами. Смотрите, вы можете со мной поменяться. И самое главное, не чтобы вы со мной поменялись. А самое главное, чтобы люди начали лучше жить. Это кто вам сказал? Я вижу по своей пенсии. Что мы можем достичь успеха. И нам нужно целиться не на то, чтобы все поумирают, а чтобы выжили и доживем. И будем нормально жить. И вы тоже должны дожить. Никто не знает, кому вы обвинены. Понимаете? Но, к сожалению, многие вопросы, их решения не зависят от нашей, в том числе и воли. Я как раз занимаюсь тем, чтобы реанимировать экономику. Чтобы заработать деньги, и эти деньги отдать людям. Вы можете сейчас говорить, кому-то подняли 100 гривен, кому-то 5 тысяч. Но я это сделал. Я мог этого не делать. Я мог не замечать этого. По сути, как любой чиновник мог, но как человек нет. Потому что это самая важная задача. Говорить о своем отце, который не дождался чего. То есть я виноват в том, что его не стало. Вы так сказали. Благодаря моей реформе я думаю, что вы немного преувеличиваете. Но если вам хочется так считать, это ваше право, я уважаю ваше мнение. Потому что мнение каждого из вас очень важно. И я приехал сюда конкретно поговорить с пенсионерами, производственниками, которые могут мне сказать, как они живут, какие есть проблемы. Просто, пожалуйста, попытайтесь быть объективными, это просто важно для меня.